программе «Новое поколение» предусмотрены меры по поддержке молодежного предпринимательства. Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области осуществляется грантовая поддержка бизнес-проектов начинающих предпринимателей. Реализуются обучающие программы для студенческой работающей молодежи по основам предпринимательской деятельности и бизнес-планирования. На реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства было выделено около 5 миллионов рублей. Совместно с Омским государственным университетом путей сообщения и профсоюзной организацией студентов ОМГУПС проводится учебно-деловая игра «Я предприниматель» – межвузовский студенческий учебный семинар «Перспектива». За последние 5 лет более 1000 студентов прошли обучение по основам ведения бизнеса. С 2012 года Министерство по делам молодежи совместно с Министерством экономики Омской области проводят конкурс среди молодых предпринимателей на лучший бизнес-проект. По итогам 2012 года определено 9 лучших проектов, которые получили грантовую поддержку по 200 тысяч рублей. Конкурс этого года среди молодых предпринимателей стартовал в июле 2013-го. Для участия в конкурсе направлены 25 работ, 21 бизнес-проект допущен к участию. По итогам работы конкурсной комиссии определено 9 победителей. Лучшие проекты получат грантовую поддержку. Общий бюджет конкурса составляет 1 миллион 800 тысяч рублей.